тяжелый матч получился, много борьбы как бы. В принципе, обе команды хорошо играли, были моменты и у нас, и у них. Нам повезло больше. Перед этим было два сухих матча у юлаевцев. Вы как-то обсуждали, что сегодня вот надо во что бы то ни стало сыграть так же на ноль? Ну, как бы мы всегда стараемся на ноль играть, просто это не всегда возможно. Но я считаю, два гола это не так уж и много, в принципе. Поэтому нам хватило этого для победы. За счет чего все-таки мы сегодня обыграли «Динамо»? В чем были сильнее? Ну, мы использовали свои моменты, хорошо в большинстве сыграли и отыграли меньшинство, в принципе, хорошо. Поэтому я думаю. Вот это давление в концовке, тяжело было справляться? Да нет, это обычная ситуация, как бы, ну, играли вроде все правильно, там, ну, бывает, отскочила шайба, как бы, не туда. Бывает такое, как бы, не знаю, что сказать.